Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины. И сегодня я продолжаю вас знакомить с лучшими районами для жизни в городе Буэнос-Айрес. И мы продолжаем с вами гулять по Палермо. И сегодня мы гуляем по Палермо, который называется Палермо Чико или Баррио Парк. Посмотрите, какая красота! Этот район был разбит в 1912 году тем самым Карлосом Тайсом, который создал ботанический парк в городе Буэнос-Айрес. Идемте прогуляемся. Сзади меня находится один из самых знаковых домов Палермо Чико и, наверное, один из самых красивых домов на территории Буэнос-Айреса. Это Каса Редонда, круглый дом, который был построен еще в самом начале 20 века для автомобильного дилера Крайслера. Хозяин Февре хотел просто наблюдать за треками новоприбывших машин в его автосалон с верхнего этажа дома. Поэтому вот он его и построил такой круглой формы. Этот дом имеет очень много интересных тайн и историй. Одна из них гласит о том, что еще в те времена, когда этим домом правила семья Февре, несколько прислуг умерли, и сейчас их души бродят по этому дому. И несмотря на то, что в последние годы здесь никто не живет, соседи говорят, что каждое утро здесь зажигается свет и слышен шум сигнализации. Проект этого дома создал знаменитый итальянский архитектор Марио Паланти, тот самый, который построил одно из самых знаковых строений на территории Буэнос-Айреса – Паласио Барола, по мотивам божественной комедии Данте. Поэтому и здесь, на дверях, на воротах, правильнее сказать, этого здания, мы видим героев божественной комедии Данте. Палермо Чико – это район, где проживают самые знаменитые, влиятельные и богатые семьи Буэнос-Айреса. Цена домов здесь начинается от миллиона и выше. Тот дом, который только что мы с вами смотрели, Каса Редонда, последний хозяин ее купил за 7 миллионов долларов. Палермо Чико – это также тот район, где находится 19 посольств разных стран мира. Вот сейчас, например, у меня за спиной находится посольство Гаити. Сзади меня находится здание посольства Ирана, которая раньше, до 1980 года, находилась в той самой Касе Редонда, в которой сейчас живут только привидения. А рядом с ним вот такой вот милый домик, который полностью зарос плетущейся зеленью. Thank you.
Чика – это оазис тишины среди большого города, несмотря на то, что он находится всего в одном квартале от очень оживленной улицы Либертад, здесь всегда тихо и ездят машины только местных жителей. И поскольку Палермо Чика, он был спроектирован директором по паркам и аллеям города Буэнос-Айреса, поэтому это самый настоящий парк, поэтому и второе имя у этого района – Барио Парке. Здесь всегда что-то цветет. Сейчас у нас конец сентября, начало октября – это время цветения лапача, который одевает в розовый цвет все улицы города. Посмотрите, какая красота! Огромнейшие деревья, покрытые розовыми цветами. Еще одна зимне-весенняя красавица – азалия. Просто великолепное цветение. Рядом с Палермо Чика расположен музей латиноамериканского искусства «Мальва». Это практически частная коллекция местного предпринимателя Эдуарда Константини, который также живет на территории Палермо Чика. Музей уже расположен вдоль оживленной улицы, поэтому здесь немножко больше шума. Но для такого огромного сооружения, конечно же, и было необходимо большое пространство. Кстати, напишите в комментариях, были бы вам интересны экскурсии в музее Буэнос-Айреса и в каких музеях вы хотели бы побывать. Вот здесь на одной из стен расположена реклама того, что именно в этом музее, в музее Мальва, выставляется одна из самых дорогих работ Фриды Кало «Третий глаз». В этой высотке на территории Палермо Чика на 14 этаже в пентхаусе проживает Эдуардо Константини, тот самый хозяин музея латиноамериканского искусства Мальба, и чей роман с молодой моделью обсуждается последние 2 года прессой Буэнос-Айрес. Кстати, пишите в комментариях, было бы вам интересно узнать и сплетни светской жизни Буэнос-Айреса. Читаю абсолютно все ваши комментарии. Такое вот скромное здание посольства Мексики. Но зато в таком красивом месте.
закончу сегодняшнее видео о Палермо Чико рядом еще с одним из символов Буэнос-Айреса. Флорес Генерасионес. Это изначально задумалось как достаточно сложная инженерная конструкция, поскольку цветок должен был реагировать на солнечный свет и раскрываться с восходом солнца и закрываться, когда солнце садится. Но это же Аргентина, поэтому со временем что-то пошло не так, и сейчас он всегда, в какое время дня вы не придете, он всегда будет закрытым. Но еще раз повторюсь, это Аргентина, и не нужно требовать от нее многого. На этом я свое видео заканчиваю. Если оно вам понравилось, вон там вот внизу поставьте лайк, оставьте комментарий. Комментарий можете оставлять даже если вам видео мое не понравилось. А я пойду гулять дальше. Кстати, сзади меня находится факультет права. И дальше я уже молча прогуляюсь вдоль него. Он уже не входит в Палермо Чико, но это потрясающе красивое строение, которое я просто обязана вам показать. Всем пока и до новых выпусков!